Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на Сироде на ролеплей Центральный округ. Муник здесь Кирилл Подбулов, и не забывайте вводить муник при регистрации. Итак, сегодня мы поедем на Бурынок, посмотрим какую-то машину, ну, до 2 миллионов что-то посмотрим. Я не хочу что-то там дорогое покупать, просто хочется какую-то новую машину, пацаны, потому что, ну, на Бэхе на Чироне уже надоело, да, я зажрался уже в край просто. Но я просто люблю машину новую. Что такое, посмотрим, интересно, возможно, что-то прикольненькое. У меня есть одно место, как бы, да, я могу только 5 транспорта иметь. У меня сейчас есть 2 машины, это Чирон и Бэха. Потом есть лодка и вертолет. Надо еще 3-ю машину какую-то приобрести. Ну, возможно, на время ее приобрету, потом куплю себе другую. Я вообще хочу себе Rolls-Royce купить, но пока что не накопил на него, в принципе. Поэтому давайте что-то такое бюджетненькое купим. Ну, с чипами, конечно же, я хочу что-то быстрое, ФТ взять, ну, в полном тюнинге, короче. Может, какой-то тазик, не знаю. Паджерик прикольный, кстати, едет. Все, паджерик взял бы. На Бэхе вообще быстро добрались сюда. Так, дядя, сидись нахуй. Ебался, блядь. Долбоебик, ебаный. Перевернулся, на крыше лежит. Ну, видели, я просто ехал, начал меня подрезать. Ну сам виноват, придурок, блядь. Начал, видели, он с окна еще хуярил. Ну, блядь, долбоёб просто, реально. Теперь на крыше валяется, сейчас взорвется и будет, блядь, плакать просто там. По-любому какой-то, блядь, неадекватный чувак там за рулем едет. Так, вот я приехал. Давайте я свою машину здесь заброшу, чтобы не подбегали, не спрашивали там цена и так далее. Вот, чтобы не затягивать серичку, так само. Так, Чирон стоит. Ну, такой цвет себе на самом деле. Так, что такое можно купить недорогое? 10 кака, блин, я бы себе такой мэр, кстати, взял бы. Сука. Ну ладно. Так, а сколько эта цена? Так, ВФК стоит. Ну блин, тут мне мало на что хватит. Гуляй. А ну, цена. Цена. Давайте спросим, если недорого, то я бы взял на самом деле. Предложите. Я не ебу вообще. Я не знаю, сколько такие бэхи стоят. Давайте от этого чувака спросим. Назар, цена. Это Toyota, по-моему, GT86, если я не ошибаюсь. 1.6. Гидро, фу. Гидро стоит, лол. Ну такое. На самом деле. Давай что-то поищем, блин. Бэху тоже можно было бы купить. Но она какая-то стрёмненькая немножко. Ну, не знаю, может ее и купим, в принципе. Посмотрим. Ебать, УАЗик. Нормально. Ну, тут, видите, нет у меня по карману что-то такое нормальное. Прям, чтоб заебись было. Нету машины, какую я бы хотел прям купить. Вот эти дорогие машины, сука, они там, блядь, они редкие, вот эти бэхи очень. Их продают там по 20 миллионов, например, по 30. Поэтому что-то сейчас бюджетненькое будем искать. Так, может такой Lexus себе купить? Он симпатичный, а то у меня просто денег нету. 3 кака дам. Блин, не знаю, брать его или нет. Так, ну давайте посмотрю на него хотя бы. Дай тест, плиз. Дай тест, плиз. Я просто не знаю, может он медленный. Не пытайся даже. Что не пытайся? Покажи документы. Покажи документы. Давайте посмотрим документы. Если там все нормально, возможно, я этот Lexus себе и куплю. Без заносов. Так, ага. Пробег 109.
Ну, предлагай. Предлагай за 3 миллиона. Ну, давайте купим чё. Потому что здесь ничего такого нету, а хочется какую-то машину тоже симпатичную. Чтобы была такая прям... Ну, Чирон тоже сам по себе симпатичный, я знаю. Так. 204 максималка, Lexus. Цена 3 миллиона. Так, ну чё, покупаем. Так. Тайм. Все, купил, короче, тачку. Все, забираем. 3 миллиона. Я не знаю, это дорого или нет для нее. 3 миллиона. Ха. Только купил 10 сек назад. Я только купил 10 секунд назад, дружище. За сколько? 3 миллиона. А, ФТ. Ух, он такой, блядь, такой бодренький, ёпту налево. Да ёбаный в рот сигнали. Так, извини, я пока сброшу. Ёпту налево. Он такой бодренький, я вам скажу. Блин, подлагивание, конечно, эти. Ёпту налево. Пожалуйста, КРМП, живи. Во. Бля, он такой симпотненький, я вам скажу. Так, давайте трубу возьмем. Алло. Алло. Блин, конечно, мне 300 тысяч осталось всего лишь. Я приеду, дашь мне снова ключи. Я сейчас на заправке у башни Останкино. Купил новую машину. Блять, ёпта, я постоянно путаю. Надеюсь, он понял, что куда подъехать надо. Давайте его перекрасим, я думаю. Я хочу его перекрасить сразу. Не, он такой симпатичный. Мне что-то раньше не нравился, а он такой, знаете, симпатичный, такой бодренький. Вообще прям соска просто. Так, давайте покрасим баллон. Давайте 170 и... Так, продолжаем, у меня чуть память закончилась. Надо было чистить, короче, да. Так, баллон 171, давайте пробуем. Так, давайте пробуем покрасить. Хочу какой-то яркий цвет, чтобы у него был. Во. Вроде бы неплохо смотрится так. Салончик теперь белый такой. А ну давайте откроем, посмотрим салон. Ну, такой симпатичный салон на самом деле. Стой, что? Надо потерю припарковать будет. А то... Не, ну такая симпатичная машина. Открыл окно. Только купил. Я только купил ее, блин. Че сразу ее хотят у меня забрать? Можете довезти куда? Купил за 3 миллиона ФТ. А вокзал какой? Я хз, где это? Так, давайте я ключи вытяну и открою машину. Кто сядет, тот уже сядет. Это вообще кто такой, блин? Я хочу чувака вот этого Мамава подвезти. Блин, не думал, что я куплю именно Lexus. Я думал, я куплю там, не знаю, какой-то, может, Азик. Но чтобы Lexus. Но он так очень прикольно выглядит, на самом деле. Что-то нереально, мне он раньше что-то не нравился. Так. Давайте я выключу стабилизацию. Посмотрим, как он валит вообще. Мне интересно максималку из него выжать. Не, он очень бодро ускоряется, вам скажу. Лучше, чем Чирон даже. Там до 170 он разгоняется лучше, чем Чирон. Ух ты, ебать, нормально так валит, я вам скажу, нормально. Так, до свидания. Механик кричит, чувак. Не, ну реально так нормально, ну давайте максимально попробуем выжать из нее. Я знаю, что ты раньше, по-моему, москвич был, но мне похуй, реально. Мне похуй. Мне он, так, ну жопа мне больше, кстати, нравится, чем... Морда такая себе, жопа симпатичная, блядь.
Охуенно просто, сука. Просто, блядь, охуенно. Просто обожаю даунов, какие ездят по встречке, блядь. Пиздец, блядь, как я тебе район найду? Карс. Может, она где-то рядом тут? Угу. О, она на туре рядом, прикиньте. Вот это пофартануло просто. Так, ну я даже добежать могу, в принципе, до нее, поэтому не буду тачки свои брать, пусть стоят. Реально, вот это повезло, она реально рядом была. Лол, вообще по кайфу. Так, сейчас подписчик еще приедет к моему дому. Он просто у меня вперед покататься по Санчерон, я ему ключи даю. Ну как постоянно, сегодня брал покататься Черон. Мне, в принципе, не жалко, поэтому... Блять, он хоть не в гараже стоит? Нет. Слава богу. Так, погнали, сейчас заберем его. По бырику. По бырику сейчас его заберем и припаркуем уже возле своего дома. Флорида. А, я ему... Он мне ее продал, по-моему, да? Понятненько. Ну, вы, это уже моя машина, поэтому... перепаркуй. Да я знаю. Я тут далеко живу. Домик рыбака. Так, все, заводим. Поехали. Я все равно тут недалеко живу, поэтому заебись. Просто у меня, если бы какой-то долбоеб меня не въехал бы. Так, куда бы ее паркануть, вот в чем прикол. Я вот даже не знаю. Как бы ее припарковать, чтобы она и не мешала проезду. Как-то, блин. А давайте ее в середину припаркуем, она, наверное, проедет. Конечно, можно забор сломать. Ну ладно, не будем этого делать. Как-то надо ее так припарковать красиво. Чтобы она стояла, может, как-то вот, вот здесь ее паркануть. Не знаю, давайте, блин. Конечно, такое, блин. Давайте, наверное, сюда куда-то. Вот так вот пусть стоит. Да, пусть тут и стоит, в принципе, пишем парк. Все, заебись. Просто сосочка. Ну, нормальный такой цвет, я думаю, пойдет ей. Хотя можно в оранжевый ебануть. Ну, хотя мне вот этот желтый, ну, такой более золотой, конечно, он выглядит. Мне он что-то так нравится, прикольно смотрится. Как у меня на гелике был такой самый цвет. Давайте стабилизацию выключим. Ну, я так понял, она в полном тюнинге. Здесь даже автолок стоит. А стробоскопы стоят, кстати. Да, стоят стробоскопы. Ну да, она в полном тюнинге, короче. Поэтому заебись. Пусть лучше будет у меня она. Ну, едет так достойно, я вам скажу. 120, 103, 128, 129, 130. Ну, 130, видите, едет нормально, чё, по кайфу. Ну, диски... Тоже вроде нормальные такие. Я, конечно, не фанат Лексусов, но жопа у него симпатичная такая. Симпатичная, не спорю. Попка такая симпатичная, но мордашка такая себе. Да. Ну, такое, такое. Спорная, конечно, спорная. Ебать, у них тут машин, конечно, много. Так, где-то мой тут дом должен быть уже. Так, это нет. Дальше, дальше, вот. Так, вот он приехал, короче. Так, а где он? А, вот он. Артём Алмазов. А, чтоб тачка не пропала. У него вообще Rolls-Royce. Поэтому... Я себе тоже хотел Rolls-Royce, видите, как он будет. Хотя, не знаю. Ну, Lexus пока пусть будет. Подкоплю бабок, может, что-то куплю. Угу. Только купил... Последние бабки за него дал, конечно, у меня 300 тысяч остается. Ну ничего, акулу и продам сегодня вечером, бабки будут. Поэтому все будет нормально. Это да. За 3 миллиона купил ХТ. За 3 лямчика купил. Ну такой он симпатичный, я думаю, пойдет, пойдет. Пусть стоит, в принципе, Lexus. Нормально. Ну что, дашь Bugatti ключи? Сейчас дадим ему ключи. Хуйня там ID. Сейчас. Give OK. 24-й, 961.
бери ключи от Бугатти и катайся. Заебись, короче. Да. Ну, нормально, что, живу. Три тачки. Спасибо, бро, ты топ-ютубер. Спасибо. Ты в серии, если что. Да, чувак, ты в серии. Передумал уезжать, да, короче? Блин, когда уже эта акула вырастет? Передай привет, Артём Алмазов, привет тебе. Передал. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I'd be crying.